Друзья, всех приветствую! В прошлом видео мы облицевали все стены керамогранитом. Весь процесс подготовки и укладки был опубликован в двух частях. И кто не видел, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Далее мы делаем разметку на полу, отталкиваясь от стеновой плитки, чтобы все зазоры совпали. Чертим карандашом линию, после чего приступаем к облицовке. Здесь у нас керамогранит 1200 на 600, толщиной 11 мм. Применяем гребенку 12 мм, так как полы здесь не совсем ровные. Большое внимание уделяем первому ряду с корректировкой под зазор с настенной плиткой. Все должно совпадать 100%. Так как у нас плитка слегка перепрессована и при резке ручным плиткорезом может лопнуть не в том месте, мы применили воду. На углах делаем отверстие, после чего производим распил. Здесь пришлось пилить все болгаркой, так как плитка у нас немного перепрессована. Продолжаем укладку. Ну и тщательно усаживаем виброприсоской. Ну вот, закончили мы с напольной плиткой. Вот так вот она у нас выглядит. А дальше нам предстоит облицевать поддон. Сделать точные размеры. Произвести точный распил. И все идеально подогнать. А так как я решил про поддон сделать отдельное видео со всеми хитростями, то на сегодня у меня все. Это у меня была третья часть. Четвертая же часть выйдет завтра. Всем пока, спасибо за внимание.